Региональный турнир «Жемчужина Приобья» – это ставшие уже традиционными в Урае ежегодные соревнования по плаванию. Проводятся они каждую весну, начиная с 2009 года. За это время турнир стал самым популярным в Урае в этом виде спорта. Обычно в соревнованиях принимают участие спортсмены из четырех городов Югры – Урая, Советского, Нягани и Ханты-Мансийска. В этот раз команда из окружной столицы приехать не смогла. Однако это не повлияло на зрелищность состязаний и азарт спортсменов. Кроме того, состязания подразумевают еще и соревнования. Соревновательный опыт, который, по мнению тренеров, очень важен для каждого юного плавца. Первенство округа только один раз в год происходит. И вот это соревнование «Жемчужина Приобья». У нас их три этапа. Первый этап вот в Урае происходит в марте, весной. И осенью этап в Советском и в Нягане. То есть ребята повышают свой соревновательный уровень, сравнивают его с другими городами. Дистанцию и стиль юные пловцы выбирали себе сами. Главное, чтобы их было не меньше трех. По сумме набранных баллов определялся победитель. Все участники соревнований поделены на возрастные категории с 1 по 4 классы, с 5 по 7 и с 8 по 11. Таким образом, и девушек, и юношей разделили на три группы. Глеб Черяев приезжает в Урай уже в пятый раз. У себя в Нягани он лучший пловец в своей возрастной категории. Говорит, что приехал только за победой. Показать результат, приехал, улучшить его, выполнить разряд, занять место. Все четко и лаконично. Этот молодой человек явно умеет ставить себе цели. Впрочем, девушки здесь собрались тоже не робкого десятка. Юлия Брусникина из Советского также приехала с определенной целью. На этих соревнованиях она рассчитывает выполнить второй взрослый разряд по плаванию. Я в Урае не первый раз, поэтому как-то попривычнее, но все равно страшно немножко. Все команды сильные, как бы все равно трудно плыть, трудно соревноваться. Все одинаковые. Региональный этап соревнований «Жемчужина Приобья» не меняет рейтинговый статус юных пловцов. Турнир проводится для того, чтобы придать стимул спортсменам. Поработать с ними на время, да и соревновательный момент никто не отменял. Тамерлан Тамадаев уже 9 лет занимается плаванием. Говорит, что подобные турниры помогают ему, что называется, взять себя в руки. Уверенность в себе приносит каждое соревнование. Я волнуюсь, полив эмоций у меня. Здесь я их выплескиваю. Волнение мешает плавать, нет? Да, бывает. Охота остановиться, ничего не делать. Охота даже уйти из соревнований. По всей видимости, Тамерлан справился с волнением. В этом заплыве 50 метров вольным стилем он финишировал первым. Эти соревнования в очередной раз показали достаточно высокий уровень пловцов из Урая, Советского и Нягани. Организаторы турнира полностью удовлетворены результатами юных спортсменов. Очень много ребят, кто ходит в сборную округа по плаванию. То есть это кандидаты мастера спорта, но это у самых старших. Ну, ребята серьезные, да, вот сильные ребята приехали. Победителями в своих возрастных категориях у юношей стали Артем Николаев из Нягани, Артем Готов из Урая и Илья Шмаков из Советского. У девушек Анастасия Аблендер – Советский, Анна Заруба – Нягань и Владлена Шмырина – Нягань. Михаил Малеев, Шамиль Саидов, специально для новостей.